Новый генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов в воскресенье побывал в Ивановском цирке. Он оценил условия, в которых содержатся животные, отметил определенные достижения, но и вскрыл серьезную проблему. За 7 месяцев на должности директора Росгосцирка Дмитрий Иванов уже объехал 32 города. Но в состав делегации также вошла комиссия, которая отсматривает программы и принимает решения, вплоть до исключения артистов из труппы. В Иванове таких кардинальных решений не принимали. Отметили качественный уровень помещений для животных, температурный режим, кондиционирование, состояние кабинета ветеринарного врача и особенно оркестр. Говорят, такая роскошь осталась далеко не везде, так что ивановским зрителям можно только позавидовать. В целом условия назвали идеальными для показа высокохудожественных программ. Правда, главная проблема находилась до этого дня в тени. Есть одна проблема, я даже бы сказал, беда. Это общежитие, где проживают артисты. Мы сегодня побывали там. Состояние ужасающее, даже, так сказать, это не сгущая краски, говорю. На самом деле, мы сегодня с Сергеем Николаевичем Наумовым, директором цирка, обошли все помещения в общежитии, и сейчас будем принимать решение и искать необходимые финансовые средства.